Извините. Так, давай, Наташа. Вперед, на улицу бери. Бегом оттуда. Бегом, бегом, бегом. Полина, бегом. Так, я запросил, я не люблю страшненько. Вообще, это уничтожить надежду, если по-другому нельзя. Вот безрукавый какой-то. А вчера ходит, руки обгорели, Илюшка, дайте мне рубашку какую. Иди домой. Что вы раздеты-то, христиане? Где вы видели на изображении, чтобы апостол или Христос ходили, рукава были у них обрезанные? У них вообще-то рукава не было. Они одежды заматывались. Так. Так, когда звонок удалит, бежать бегом. Знай свое место слева. Когда понесло тебя? Бегом, бегом, Полина. Командиры. Так, говорите, святый Христос наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш. Иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови и освяти дары словом истинной молитвы. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Ну так, ну, собираться днем-то не всегда удачно, а когда на обед, тут все приходят. Смотреть, что у девочек, не все платья были ниже колен. Тут мы не говорим, как в церкви. В церкви не выше 10 сантиметров от пола. А приходят вот или совет этих, у них просто по полу еще 10 сантиметров. Я все показываю на рисунок, это не снимок, но рисунок. При советской власти. Володя Ульянов стоит с Надеждой Константиной Крупской. Где-то она не сеет, так она стоит, и у них платье по полу. Так было. Лев Толстой стоит, фотография, стоит руку за... Если пояс стоит, куда бы он руку сунул? Он стоит и разговаривает. Пояс... О поясе говорится, не забывайте, это 108 раз в Библии. Это недостаточно. Он означает истину. Распоясано это лживое. Ничего не надо доказывать. Вот смотрите, Люба, он тащит опять. Каждый раз идет и что-то с собой тащит. Вот пример какой. И что она несет? Она нашла сук, который ветром сломила. Она идет, чтобы не быть пустой, она несет. Большой убыток. Двухгодовалый бык внезапно погиб. Как бывает так, какую-то траву снесет. И вот вчера мы говорили об этом, собрали собрание, остатки, которые, на которые покушается власть, власть уже прокуратура была, любыми путями стереть, сломать. Мы сейчас едем, я уезжаю туда, копию уже все сделала, мы вчера набили, там это музей, что превратили теперь в Капрокруз завезу, и газету Игорю отдам, а еще краевую, чтобы знали, потому что пьяни и драль подзаборная. Они делают, что хотят. Бульдозер прислали. Бульдозер есть и все. А шоферу дали. Напоили. Он и пошел. Он крушит все. Вот Левиафан. Фильм тот. На этой основе и есть. Так вот мы, когда смотрим где-то там, где-то происходит, а здесь. Напоили или как? Я не могу сказать. Ну, нетрезвые. Послали. Вон там разъезд был. Потеряюсь. Ну, он далеко. К нам не относится. А вот этот рядом подстёпный. Хорошее здание. Мы получили на него... Как не аренду, а там, ну что, открывать, когда не погода. Приходим, нету. Каменное, хорошее, новое здание. Послали, они не доехали и не разобрались, какое сеспель. Здание, сколько лет оно работало, а работало десятки лет. Мы взяли, там садиться, когда зимой, долго ждать, и топливо там зависит. Приходим, ничего нету. А чтобы не увидели, они там рядом лесополосы такие, там коренда растет, ягоды. И туда бульдозером столкали все эти блоки. Чтобы не видели. А на левой стороне, вот отсюда как едешь, здесь ну, зерносклады были. Потому что на случай какой-то беды, это государство заготавливало, это коммунисты. Такие там подземные сооружения, такие переходы. Все разрушили. Все. И разрушили 21 тысячу селений. Ну как они? Они
отключали там свет, допустим, или школу, а школу. И вот так Потеряевка в 72-м году сгинула. Хотя проект был в 70-м году на 700 человек здесь. И все заселилось бы, готовые, приезжать будут. Там вторая улица была, все разрушилось. То есть они мастера только разрушать. Это разрушители. Такие же люди, такие же верующие, как Герман Стерников. Это разрушитель. Все везде. Ересь, патриархи еретик, все еретики, а он один знает одного епископа, никому не говорит. От примеру. И вот вчера быстро как сделали, собрание. Лена помогла отпечатать, вчера пошли, Володя, этот помогает, Нестор. Все вывешали, прикрутили, все стоит на месте. Сегодня мы их уведомляем, чтобы носа сюда не показывали на эти строения. Я их предупрежу, за каждую шиферинку будете платить. А они могут напоить человека, дать ему, в рот-то не будут наливать. Вот он здесь ехал, шофер пьяный, а дрова лежали, ну, не нарублены. Он в них вломился, из нее из кабины вылетел, упал, и все это заснято здесь. Голову разбил себе. А? Голову разбил себе. Разбил. Ну, Попов фамилию. Попов. Значит, какие-то родители поповские были. А мы их звали здесь Бога-Мать. Вот он и ругается, и все, Бога-Мать, Бога-Мать. И дети такие же. И этот он, и все это заснято. И нас же ругают. Вы не могли его обмыть, перевязать ему. Значит, а он дальше на своем дурдулете, он как гробик у него такой. Дальше поволокся и застрял в лаву. Утром вытаскивали. Значит, за меня помолитесь днем. Я взял паспорт, что еще взять? Мне приготовьте еду. Березовки дам. Березовку. Так, у тебя есть на что налить, чтобы мне не бегать? Нет, у меня в полторашку. Да, полторашку налей, а то можно и две. Две можно. Едет Игорь, видимо, и Лена. И чтобы было дальше. И кружку положите обязательно, хоть одну. Мешочек. Я документы взял. Ну, сразу все сделать. И у нас все ладно идет. Надежда Васильевна вчера начала писать. Я показал, взял газеты, вот таким шрифтом. Она то буква, буква. Давай из газетки нарезать и по одному. Оно размякло, отпали, буквы нету. И там пришел к мне, глянул, а нельзя ли нам вот так вот крупно сделать, как вот этот, как бы, лист повернуть вот так. Так. Препятствия были стекло. Стекло хорошее, зеркальное. От зеркальной фабрики привез отходы. По нему прям размер печатного листа А4 или как называется. Но затемнение какое-то. Никак. Я пошел у Игоря, выпросил чистого бензину. Не отмывается. Масло он мне даже Василий выпросил. Тряпочками. Тер, вроде ничего нету. На свет смотрю, все так и есть. Ну тогда пошли с Володей, давай искать там, где они лежат, наклоненные друг на друга-то. И нашли чистые, которые. То, что они лежат здесь, ну, может быть, лет 20. На дождь, снег, жара, холод, все их. И, видимо, что-то не структуры стекла, а в поверхность. Стекло-то это никак. А зачем? А затем, что когда на солнце попадает, выгорает. Целлофан сгорает. А стекло не может пробить. Вот удивительно. Ультрафиолетовые лучи вот это стекло задержат. Одно из положительных качеств. А Лена говорит, а может это вот мультифор. А я думал, спрашивал, где взять у Надежды Васильевны целлофан. Она мультифор дала, мы каждый завернули, если попадет влага, она мимо. И уже все сделали. Это Господь так дает, такое благословение. А дальше мы дадим сдать краевое. А кроме того, если когда мы отстроим, рано или поздно люди заинтересуются. Написано «музей», в скобках «комплекс для бедных лагерей». Такого музея не было никогда и нигде. То есть мы на самом низу социальной лестницы и показали, можно работать без государственных дотаций. Все. 45 лет, это не 2 года. Понятно? И мы помощь можем оказать только пока такую. И дети здоровые, ни одного заражения, ни одной болезни, повреждений, не утонул, не сгорел, ничего нет. У них каждый год никаких указов президентов не хватает. Но он не может везде президент ходить. Да и что он сделает? Он такой же маленький человек, как все. Люди, которые работали там, это КГБ, как правило, люди с искореженной совестью. Так написано в интернете. Зоя Крахмальникова об этом говорила. Садимся за стол. Так, ты маленько на солнышко уходи, у тебя листок покраснело, чтобы ты это не обожгла его. Тем более солнечные лучи, если все время ходить так. Они дают какие-то там, не знаю, называют. Может рак кожи быть, это очень опасно. Вот тучи где-то есть, тогда ходи так. А ты лицом на солнышко все время катаешься, ну видно, что вчера этот красные руки у него, у пацаненка. Илюшки. Мы сегодня к Иосифу идем, там грядки заросли, надо будет... Что там?
Грядки заросли, прополоть надо будет. Увесь. Ну вот. Так, теперь, если у тебя, я долго не буду, нечем заняться совсем, бери выдергу, вот этого хлопца бери, и с той стороны, где у нас этот бум, дети ходили-то, все размонтировать и там в кучку складывать. Вытаскивать гвозди, вытаскивать скобы, то уже ремонтировать нет для кого. В музее там никто не будет ходить. Они у дают... нас на, до обеда хватит там работать. Ну, хватит, имейте в виду. Ладно. Там надо все начинать подготавливать, и каждый день хоть маленько что-то делать, подготавливать. Потом сено завести, этой соломы там, люди приедут, сразу самонеть будем, подготовить, побери, то есть хотя бы внешне дать вид. А дальше уже внутреннюю уборку сделать, приезжают люди, открыл, показал, вот как сами пекли хлеб. Называют, почему комплекс? Потому что баня у нас здесь, колодец здесь, тестомес здесь, внутри, игровая большая площадка здесь, ну, тут у нас много, и там только, за стол. Благодарю. Слушай, тебя не Володя старший. Почему у нас свет горел ночью? Ну, еще надулось-то. Все. Ну, не выключила. Посчитай, сколько будет, высчитаю. Я так не позволю. Проснулся. Второй час ночи, говорит, все, гости приехали, нет. Забыла, так все и есть. Я вас тогда расчищу. Значит, ты учись ценить копейку. 19.11 Ирахов говорит, кто ни во что ставит мало, ну что такое маленькая ложка не доела, говорит, это, говорит, мало помалу придет упадок, ничего у него не будет. Я один из самых таких скаленных людей, как считают, за каждой копейкой слежу, но ее я потрачу на кого-то. Повторяю, что мне жертвовали в Америке был, когда чек выписывали сразу на 6 тысяч долларов. Я образовал около 13 библиотек, приехал. Полную машину инструмента привез, КАМАЗу. Не, они не могли даже рваных носков у меня заменить. А почему? Это моя жизнь. Я хвалюсь моим Господом. Мне нужды даже нет. Особенно, когда у мусульман был молиться, а надо в носках. Я глянул, это разулся, босиком пошел мечеть. Уже у них там внутри. Чтоб не было. Осмотрел, свет нигде не зажигать. Пока тщательно, так что посмотрела, даже комарик не подлетел. Нижние шторки и верхние закрыты были. Это стоит жизни. Смотри, будь внимательна. Ты приехала не просто так, ты должна уехать другая. Вся твоя эта небрежность, вот то, что есть. Так, давайте. Получается, я говорю, так я с нуля с вами работаю. Как не говорить. И с Полиной. Она вчера, если наших брать, конечно, слабее всех работала. Только лучше Илюши. Но потом раскачалась и пошло у нее. Надо смотреть. Давайте попить, что там есть.